Приветствую всех! Сегодня я хочу показать вам, как сделать факел. И что же нам нужно для факела? А для факела нам нужно две палочки и два болта. Болтов у меня нет, но это не страшно, потому что мы их скрафтим из металлолома, добавляя огонь. Итак, из одного металлолома мы получаем как раз два болта, что нам и нужно. И теперь и два болта мы крафтим вместе с двумя палочками и получаем один факел. Для чего же нужен факел? Факел — это очень красивая декоративная штучка. Например, вот на доме она добавляет какого-то уюта, и ночью дом, в принципе, будет красиво светиться, наподобие как вон тот вдалеке. Что ж, куда можно поставить факел? Факел можно прилепить как к дому, так можно его нацепить и на дерево, что я и делаю. И в темноте это смотрится очень и очень красиво. Ну что ж, а на этом я видеоурок заканчиваю, и в следующий раз я вам расскажу, как и чем какое оружие заряжать. До скорых встреч!